На рязанских вокзалах установили карантинные посты. Теперь все приезжающие и уезжающие из области будут проходить через специальные рамки с тепловизорами. С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на железнодорожный комплекс «Рязань-1» и «Рязань-2» была осуществлена поставка по две рамки стационарной по замеру температуры, которая будет замерять температуру у прибывающих пассажиров дистанционно. Рамки с тепловизорами будут устанавливать следующим образом. Одну поставят на выход в город, другая будет выходить на перрон. Такие карантинные посты должны появиться в ближайшем будущем на автовокзалах Центральном и Приокском. Помимо этих мер, в залах ожидания проводится дополнительная дезинфекция. Так сейчас мы видим, как на автовокзале Рязань-1 проходит подобная обработка. Используем средства разбавленных хлорид натрия 1% для обработки помещений, зданий и сооружений. Оно для людей абсолютно безопасно. Она выветривается в течение 5 минут. Через 5 минут люди могут находиться в помещении. Перед проведением дезинфекции диспетчер объявляет о необходимости покинуть залы ожидания. Обработку проводят две группы в специальных средствах защиты. Именно ЖД вокзалов обработку с привлечением сотрудников МЧС мы проводим первый раз. Территории города, помещений и зданий мы проводим ежедневно. У нас организовано взаимодействие с администрацией города. Ежедневно мы проводим данные мероприятия. На сегодняшний день у нас обработано более 900 зданий города, и что составляет свыше 110 тысяч квадратных метров. В помещении вокзалов можно увидеть метки для соблюдения дистанции. Кроме этого, здесь можно воспользоваться вот такими санитайзерами и обработать руки. Этот, например, установлен рядом с выходом на перрон. В целом вокзалы продолжают работать в прежнем режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности и дезинфекции.